Этому опять бампер снимать, опять все перекрашивать, блядь, так это. Сам Лёха не спрашивал, сколько вот. А он не вытягивает нахуй там это. Ну вот сходи в этот там какой-то даун ему телефон. В рыбу какой-то там умелец. Вот может. Вот я говорю, даже не могу сказать, сколько ты денег дам. Ну, машину надо красить практически по кругу. А краска к машину по кругу с вытягиванием минимум стоит 60 тысяч. Минимум. И то, смотря. Потому что если крышу, а ему крышу под замену. Двери там можно вытянуть. А что, вы не дали так это? Что, не заплатили ему пока сколько заплатили? А что же он продает? Ну, он хочет думать или отремонтировать подешевле. Вот. Ух ты, блядь! Андрюх, тормози! Ебать! У тебя есть регистратор? Есть. Есть. Останавливаться. Все живые, блядь. Да, вроде живые. Стой. Надо вылазить.